Уже завтра мусульмане всего мира отметят один из самых почитаемых праздников – Курбан-байрам. В Челнах праздничные молитвы начнутся во всех мечетях города в 3:30 утра. А уже в 4:30 прихожане смогут приступить к обряду жертвоприношения, который в этом году не предполагает массовых сборов. При этом мухтасибат города рекомендует верующим приходить на намаз в масках, перчатках и со своим ковриком. Старшее поколение челнинцев призывают остаться дома. Старшее поколение все-таки мы призываем к тому, чтобы они не приходили. Также и дети, ну, женщины уже тем более не придут. Коронавирус, он все еще действует, и чтобы не допустить вот, заражения друг другом.